Нет, там скрип, наверное, снимает. АСМР. Или вот так лучше. Давай вот так лучше. Так, я скажу, когда буду снимать. Ок. Давайте. Всем привет! Мы в Парагвае. Готовимся к играм. Ура! У нас все хорошо. Скоро будет игра. Смотрите, болейте за нас. Хочешь, ему... качели сейчас сломаются. Янчик, же... хочешь снимать валяшку? Скажешь, что типа вот такая игра с Динамо была у нас. Нет. Так, ну все, я снимаю, вы что-нибудь говорите, всем привет. Всем кискам, пис, всем пискам. Кис. Хорошая, да? Хорошая. Снимите всем. Всем покажите, всем покажите. Это я... Диана Пономарева. Ее вот нет на этом сборе. Но она все равно со мной. Ее шипы, мне кажется, проникли. Ладно, мам. Это уже лишнее, да? Нам да, надо все. Было приветствовать. Да, ты вырежешь. Вырежешь. Можно, конечно, пойти на хорошо, ничего не легко потерять. Ну, а вообще так говорят. Я не знаю, как говорят. Короче, меня не ничего. Сложно найти и сложно потерять. Два игрока будут располагаться как нападающие. Один правее, один левее. Сначала узкие позиции, потом еще шире позиции. Я показываю сигнал, например, справа. Игрок начинает разбегаться, вы начинаете поправлять позицию относительно этого удара. Потом чуть ближе подходим и то же самое делаем. Они теперь одновременно разбегаются, но бьют рядом с вами. Вы где-то будете опаздывать и цель такая, вот контролировать. Дальние удары, проблема чаще всего, это момент, когда вратарь не готов к этому эпизоду. А дальше уже вступает вопрос реакции. Мы начинаем реагировать, где мяч от нас где-то в дистанции в 11 метрах находится. Первую траекторию мы видим. Дальше реакция уже идет от 11. Так устроено зрение наше. Интересный такой сыр. Он со мной разминается просто. Это мой парагвайский дружочек. Как зовут? Гибрид. Он к тебе на тело уже идет. Ну все, хватит. А вдруг ты у нас ядовитый немножко? Танюх, на, теперь я тебе своего друга подаю. Да не надо. Точно? Он от тебя не уйдет. Вася, давайте. Я же не знаю. Вася посидит. Ну, выглядит красивенько. Ногу. Все. Ага. И два разочка еще. Раз. Ух ты, забыла про него. На грудь был прием. Хорош. Там на площади Барселоны мужик стоит, он ничего. Там идут просто. Пресс отворвался. Вот так. Между ног проехали. Все, нет тебе веры. Разминку и начнем. Хорошо? Не, махи. Вверх, вниз. Поехали. Работаем ручками. Блин, на лыжи вставай. Я ни разу не каталась на лыжах. Это, мне кажется, Танина было бы любимое упражнение моей подруги. Катя, тебя же вот это... Не говори мне о ней. Ты там прикрой. Ну пусть посидит, отдохнет чуть-чуть. От Тани? Да, какой Тани? А вон Вася пусть снимет. Между ног. Да пусть. Зверя снимите, пожалуйста. Это Зоя. Если что. Так ее зовут? Зоя. Пожалуйста, ты приручила ее. Ну блин, собаки нету, собака в Москве. Надо хоть Зою взять.
Немножко вообще в шоке. Да, почти. На тишине смотрится жестко. Ёлки-палки. Она леди. Она леди, она не может. Вам послышалось. Ёлки-иголки. Нет, нет, ёшкин кот. Ёшки-матрёшка. Ёшкин кот. Ёшкин кот и ёлки зелёные. Ёлки зелёные. Не очень удобно. Наделайте пакетиков, штуки 4-5, потому что сейчас они как закончат, сразу им лед дают. Вот, это бракованный тут. Прилип. Давай, держи. Чуть-чуть два. Ворот синий, точно радио. Синий, пошли. Я так вот причем, что я не поверю. Я как это получил? Что? Я в руку говорю. Пипец, блин. Берем. Пока пауза. Я пока не Да. Как будто в духовку нас поместили. У меня не было ничего. Я белая, как поганка. Сейчас загляну. Я думала, ну я потом просто в кого-то вот ну, прям рукой за мной бросила. Конечно, я тетка. Да. Ну и так там кануем там. Чего ты так живы? Дай тут мой. Спасибо. Короче, вам. Пожалуйста. А чего устали? У меня ручка болит. И ножка. Пожалей меня, пожалуйста. А ножка у тебя болит? Ножка уже прошла. Ножка красивая. Это полный коллапс. Это полный коллапс. Ёлки зелёные, да. Полный коллапс. Ножки в ход.
Ёлки зеленые. Это вот ее мат. Мы теперь... Ёлки зеленые. Мы теперь ее салочками. Салочками. Это все жара на нас так влияет. Плюс 35. Просто жара. Вчера 25 и дождь, ливень. А 3 дня назад вообще минус 5 было, ничего? Нет. Это как наш организм должен вообще выдержать такое в конце сезона? Точнее, нет, еще не закончился сезон. Сезон у нас закончится 7 декабря. Да? Когда мы домой прилетим в 7 утра. Всем привет! Это Ника, моя подруга. Я же говорю, я в отпуск никуда не поеду. Буду в холодной, в холодном Питере остывать от Парагвая.